В Якутской городской думе 4-го созыва 29 депутатов, которые представляют интересы избирателей города Якутска, самого крупного города в мире на вечной мерзлоте. Представительный орган города Якутска осуществляет свои полномочия в соответствии с уставом городского округа город Якутск и регламентом Якутской городской думы. Деятельность Якутской городской думы основывается на принципах коллегиальности в обсуждении и решении вопросов местного значения городского округа, подотчетности и подконтрольности только населению города, гласности, законности, широкого привлечения граждан к управлению общественными делами, постоянного учета общественного мнения и личной инициативы депутатов. Законодательство допускает создание по месту жительства граждан органов территориального самоуправления, комитетов микрорайонов, домовых, уличных комитетов и так далее. Из Конституции Российской Федерации о местном самоуправлении, статья 3, пункт 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Существует 7 типов муниципального образования. Сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, городской округ, внутригородские территории городов федерального значения, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район городского округа с внутригородским делением. Одна из форм участия граждан в местном самоуправлении – это публичные слушания, согласование и обсуждение жителей муниципального образования проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. Еще одна из форм участия граждан в местном самоуправлении – это собрание граждан. Собрание проводится для обсуждения вопросов местного значения, информирования о деятельности органов местного самоуправления или осуществления территориального общественного самоуправления. Еще одна из форм участия населения в местном самоуправлении – это является опрос, по которому он анализируется принятие важных решений.